Привет из Нью-Йорка. Пошлите со мной на метро. Зиму обещали холодную в этом году. Прошлой зимой было очень тепло. Примерно 1 января было плюс 16. И я в кофте, в расстегнутой футболке шел гулять 1 января. Эту зиму обещали холодную, но что-то тоже. Сейчас плюс 5,5 градусов по Цельсию. Так что очень даже тепло. Все-таки начало декабря. У нас в Нью-Йорке вовсю идет осень. В общем, осень. Я это зимой еще никак не могу назвать. Листики кое-где зеленые, кое-где уже опали. Трава зеленая, как правило, везде. Даже если снег выпадет, трава все равно будет зеленая. Мне кажется, или сорт такой, или просто уже многие растения здесь к этому адаптировались. По закону подлости, когда я только начинаю записывать видео, включается какая-то тарахтелка. Это 100%. Всегда у машин срабатывает сигналка. Самолеты надо мной летят. Люди начинают косить траву. И то же самое, если я поспать решу днем. Это, знаете, самое обидное. Тут какой-то парковочный подъем для билдинга. Вот, это билдинг. То есть здание. Но так называют люди многоэтажное жилое здание. Причем, смотрите, зима, да? А цветочки еще иногда встречаются. Листики такие красивые, у людей уже Новый год. Это я иду. Вот красивые листики. Вот видите, цветочки. Прикольно, да? Тут вот площадка есть детская. И здесь иногда... Тут детская площадка, и здесь иногда утром делают зарядку. Здесь в округе пенсионеры, вроде бы китайцы, если я не ошибаюсь. Они очень часто делают зарядку. У меня на работе есть китайцы, и они тоже иногда ходят в выходной день и делают зарядку. А вы бы встали в 4 утра в выходной день, чтобы зарядку пойти поделать? А люди встают. Переходим на белый. Знаете, я восхищаюсь такой организованностью людей, когда они поднимаются рано, идут с магнитофончиками, делают все вместе зарядку. Причем, знаете, вот эта китайская гимнастика, растяжки, прям молодцы. Причем люди, видно, что пенсионеры уже далеко за 60, молодцы. Меня не выгонишь, у нас спортзал работает с 5 утра по будням. Если у меня выходной будний день, у меня не выгнать, меня не расторкать. А вас расторкать в 5 утра на зарядку? И фрукты в любое время года. Клубника, малина. Тоже в любое время года. Помните советский анекдот? Президент США и кто-то там из генсеков СССР. Генсек СССР спрашивает, когда у вас в Америке появляется клубника? Президент США говорит, в 6 утра, когда открывается магазин. Так вот, здесь реально клубника появляется в 6 утра, когда открывается магазин. Но некоторые магазины работают круглосуточно, и клубника тоже не пропадает круглосуточно. Кстати, почему-то некоторые считают, что в Америке магазинов круглосуточных нет. Есть, смотря где вы живете. В моем районе они есть. Постоянно работают. Я только заметил, что у меня кепка была крепкая. Но перезаписывать я уже не буду, потому что я бегу на метро. Такая вот коротенькая прогулочка была. Знаешь, надо подольше. Но тут показывать особо нечего. Магазины. Вот японские товары. Ой, чуть не наступил человеку на ногу. Тут всякие корейские, японские. Здесь магазин с игрушками с корейскими. Там дальше жарят грецкие орехи прям в скорлупе. Интересно, конечно же, выглядит. И запах тоже интересный. Вот самолет полетел. Там аэропорт Ла-Гвардия. Такие дела. И много всякой интересной еды. Азиатской, японской, корейской, китайской. Корейских блюд очень много, прям готовые для своих готовят. В общем, хороший райончик. Я тут сейчас был по делам, бегу на метро теперь. С вами был Васюк из Нью-Йорка. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!